Ну что, всем привет, и сегодня я наконец-то покажу вам ту самую куртку, ту самую красную куртку, которая пришла мне от компании CN Direct. Да, я продолжаю сотрудничать с этой фирмой, и помните, я в Instagram выкладывала именно ту картинку, из-за которой я заказала эту куртку и сказала, что с нетерпением жду. Мне, ну, где-то, наверное, за месяц все, конечно же, благополучно пришло, и спешу я с вами поделиться этим замечательным событием. Ну, замечательное оно или нет, это уже судите вам. Ну, картинку, конечно же, я эту попытаюсь вставить, и попытаюсь вставить не один раз, если у меня это получится, если позволит мне мой Sony Vegas. В общем-то, начну, конечно же, с худшего, начну с воротника, потому что он, конечно же, никудышный, и его я сразу же выкину. Ну, воротник пришел вот такой вот, и он, мягко говоря, непрезентабельный. Вот так вот он выглядит. Не знаю, как вы, но я, конечно, не могу себе позволить выйти вообще в свет с таким воротником, даже на прогулку, потому что ну, он ну, никак не смотрится, и это во-первых, а во-вторых, он какой-то перевернутый вокруг своей оси. Мы с мужем вчера пытались пристегнуть этот воротник куртке, хотя у него есть вот такие замечательные петлички здесь вот через определенное расстояние, и причем эти петлички выполнены очень даже качественно, и вот это вот расстояние между петличками, оно одинаковое везде, но как-то и так пытались ее, как говорится, присобачить, прицепить, но никак не получилось. В общем, скорее всего, я эту вещь, ну не скорее всего, 100% выкину. Что касается куртки, сразу скажу, почему я переживала, когда ждала эту куртку. Ну то, что картинки с китайских сайтов не соответствуют действительности, это, конечно, все знают. Я очень переживала насчет размера. Я когда вообще заказываю с китайских сайтов, а делаю я довольно-таки часто, я переживаю за размеры, потому что я обжигалась с платьем в стиле Виктория Бекхэм, которое носила уже при беременности. Цвет мне понравился, цвет такой довольно-таки яркий. Что касается толщины, эта куртка, она 100% синтепоновая. Я вот сейчас ее пальпирую и ощущаю, что она синтепоновая. Куртка абсолютно ничем не пахнет, никакой ни китайщиной, ни там японщиной, она ничем не пахнет, ну, Япония это совсем другое, я уж просто так вам загнула. В общем, мне по цвету, по качеству, по размеру куртка понравилась. У меня всегда такой нюанс, у меня, когда приходят вещи с китайских сайтов, то, как правило, они у меня короткие в рукаве. То есть у меня, наверное, нестандартное какое-то телосложение, хотя считаю себя вполне обычной девушкой. В общем, у меня, как правило, короткие рукава. Но эта куртка мне оказалась прям тютелька в тютельку, она мне как раз, хотя немного она смешно смотрится не разглаженной и, ну, немножечко нелепо она смотрится именно вот без воротника, поэтому мне понравилось то, что низ у этой куртки выполнен с такой вот резиночкой, то есть не будет поддувать ветер, это для меня большой плюс, потому что я сейчас такая, девчонки, стала мерзлячка, мне нужно все, чтобы было потеплее, ну и, естественно, более-менее, чтобы все как-то выглядело по-человечески. В принципе, я курткой довольна, на ней многочисленные такие клепки, причем клепки хорошего качества, клепки все на месте. В зоне воротника у этой куртки присутствуют пуговички, тоже очень хорошо все пришиты. Эта куртка размера XXL, еще раз повторяю, это самый большой размер на сайте, хотя я девушка, ну, наверное, 44-46 сейчас размера, если я не ошибаюсь. Знаете, у меня в последнее время с головой что-то творится непонятное, это, наверное, связано с послеродовым периодом, я путаю такие элементарные вещи, но я была до родов 42 размера. Такие размеры вообще существуют? Ну, наверное, да. Сейчас я ближе к 46-му, ну, потому что я немножечко поправилась в груди и в животе. Вот. Пока не ставлю своей целью похудеть. Обошлась эта куртка мне в $16 там с копейками, и плюс еще доставка, то есть все вышло в $30, так скажем. В общем, делайте свои выводы, заказывать вам такую куртку или нет. Я обязательно посчитала своим долгом снять подобное видео, показать вам пару луков, но еще раз повторяю, эту куртку нужно отгладить, и я ее носить буду, это 100%, особенно вот когда потеплеет, у нас сейчас минус 25.
потеплеет ближе к марту, я ее обязательно буду надевать. И, кстати, неплохой такой у нее ремешок, хотя на картинке выглядело, что этот ремешок более такой интересный будет. Ну, в общем, что получилось, то получилось. Материал у этой куртки обычный такой баллоневый, наполнитель синтепон, как я уже говорила. Я думаю, что куртка будет неплохо стираться. Но у меня такое складывается ощущение, девчонки, что эта куртка, ну, не совсем дышит, так скажем, потому что я в ней вчера ходила по дому, но я ее мерила пока туда-сюда. Мне показалось, что я очень сильно вспотела. И, кстати говоря, вот сейчас только заметила, что на кармашках этой куртки находятся довольно-таки хорошие замочки, тоже очень актуально, потому что я один раз потеряла на улице свой iPhone, и, ну, благо, что iPhone у нас сейчас с отпечатками пальцев, и есть геолокация, короче, мы его нашли. В общем, вот так вот выглядит моя куртка. Сказать, что я ей недовольна, нет, я так сказать не могу. Я ее буду обязательно носить, и в Инстаграм, я думаю, ближе к весне вы увидите мои луки, мои, может быть, селфи какие-то. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу этой куртки. Мне будет очень интересно. Не забывайте, что это сайт CN Direct. И, в принципе, ну, я довольна этим сайтом. Почему бы и нет, почему бы не побаловаться. Особенно, когда я вижу вещь по распродаже, вижу по скидке, то я, ну, по крайней мере, с AliExpress и CN Direct я тоже сама уже кое-что заказывала. Да, эта куртка мне пришла на обзор, эта вещь на обзор, я этого не скрываю, я с вами, как всегда, абсолютно честна. В общем-то, я с вами прощаюсь, до встречи в новом видео, пока-пока!